И снова улучшение. На этот раз буду улучшать искру и переапывать комбайн. Так, где мой гибрид? Комбайн у меня на урон апнут. Надо переапывать. Берем комбайн, заходим на склад. Улучшение. Так, надо еще тот комбайн выбрать. И два новеньких. Берем заточенный. Нам нужна прочность. Поехали. Обана. Придумали картиночку. Предупреждение. Подтверждаете, что хотите вот эти два на этот комбайн потратить и улучшить его? Конечно. Успех. И что же у нас? Прочность деталей. Ну, конечно же, а что еще? Теперь идем и берем искру. Искра вообще ни разу не апнутая, не улучшенная. Где? Я думаю, почему у меня две искры? А теперь три улучшения. Так, и что же нам выпадет? Прочность, максимальная дальность, урон, время до перегрева или время охлаждения. Поехали. Успех. Урон. Ой-ой-ой-ой. Ну, вот такое вот выпало. И что у нас не встает? Не понял. А, наверное, искра сильно близко. Там еще на фоне реклама идет, блин, вместо музыки. По-немецки. Ну вот и гибрид готов. Весь апнутый, переапнутый.
Колеса еще надо переапать на прочку задние, и все. Ну и потом, может быть, искру на дальность хочу. Вот такой урон.